Опа, все, один гамак готов. Легким щелчком пальца. Хоба. И уже висит второй гамак, да? Гамачок, гамачок. В этот раз проверим наглядно, насколько теплее под обычной москитной сеткой. Так, сколько там? 19 градусов. Да, в районе 19. Надо посмотреть, сколько там за бортом. Так. Понимаю, 11,8, 11,9. В общем, в районе 12 градусов. Ага. Не, ну что, в общем-то, сетка получается довольно хорошо. Тепло держит. Это разница 12, да. Ну и, грубо говоря, 19, так, в среднем тут. Ага. На 7 градусов разница практически. Сейчас это 12 ночи только. Угу. Температурка там снижается. Итого, в этом эксперименте наглядно видно, насколько хорошо даже настолько прозрачная москитная сетка удерживает теплый воздух. Внутри гамака под сеткой на 7 градусов Цельсия теплее, чем снаружи на улице. С ветром, конечно, разница температур внутри и снаружи будет меньше. Но и от ветра сетка тоже в какой-то степени защищает. Теплый воздух теряется меньше, чем без сетки. Если что, замеры проводились в безветренную погоду в местности с очень высокой влажностью воздуха из-за ручья рядом. У нас тут ванночки есть такие там классные, можно поплавать сейчас. Да. Там прям реально полностью нырнуть можно. Отопление в нашем опыте за счет нагревания воздуха в гамаке теплом человеческого тела с массой в пределах 100 кг. С меньшей массой тела нагревание должно быть меньше. Но и отапливаемый объем воздуха тоже ведь нужен меньший. Пока это все. Если видео интересно и полезно, подпишитесь на канал. Лайки, комментарии и обмен опытом приветствуются. Все, я тоже в гамаке. Хе-хе. Все нормально. Для меня гамаки вообще непривычны. До них к ним привыкло давно. А я как-то в гамаке всего, наверное, раз или два спал. Ну что так, нормально. Даже туда запихнул сумку маленькую с камерами. Эти кроссовки засунул. Не хочу, чтобы туда пауки на зимнюю спячку лезли. Ну все. Может, клещи залезть могут. Нормально хватило по длине и туда. В эту сторону. Красота. Нормально. Я даже с подушкой тут. Такой. Хорошо, удобно под головой. Я думаю, тут и на бок смогу перевернуться все равно. Это не там гамак по сторону, конечно. Об этом я вообще еще не спал, кстати. А то не к нам приходилось. Помню другом. Гридл гирси. Это китайский. Какой-то армейский, типа такого. Но он несколько потеснее. Но тоже вполне жить можно.